На совещании с областным правительством и главами муниципалитетов Андрей Воробьев назвал количество получателей выплат к школе в Подмосковье. Выплаты получат 100 тысяч человек. Это многодетные семьи, где есть школьники по 3 тысячи на ребенка, малообеспеченные семьи, которые воспитывают детей с ограниченными возможностями здоровья. Они получат по 12 тысяч рублей. Все выплаты к школе родители получат в проактивном режиме, сообщил губернатор. То есть документы подавать не нужно, все придет автоматически. Также все первоклассники из семей с не очень высокими доходами получают на школьные принадлежности все, что необходимо для того, чтобы ребенок пошел в школу. Прошу, уважаемые главы, обратить на это внимание и вместе с социальным блоком эту работу в августе месяце. 95% региональных услуг можно получить на госуслугах Московской области, отметил Андрей Воробьев. Каждому МФЦ мы приняли решение сделать специального сотрудника, который уделит время и обучит тем, чтобы сложно работать на портале для оформления всех необходимых социальных выплат. Также с июля текущего года в электронном виде можно получить и все справки социальной защиты. Ранее 250 тысяч человек ежегодно обращались в соцзащиту для получения социальных стипендий, бесплатной юридической помощи. Теперь же достаточно просто подать заявление на региональном портале госуслуг. Особое внимание в ходе совещания уделили вопросам содержания дворовых и общественных территорий, в том числе безопасности на детских площадках. С мая месяца у нас инспектора ГУСТ выявили 255 тысяч дефектов во дворах и устранили только 77%. Мы красным для себя отметили наиболее значимые – это ремонт элементов детской площадки, это аварийные сухостойные деревья, это ремонт покрытий на детских площадках, это выступающие гвозди, болты, арматуры на детских площадках, навалы мусора и ремонт асфальтного покрытия. Здесь мы видим, что доля установленных дефектов не такая уж и большая, хотя на самом деле тематика достаточно важная. Обращаю внимание всех руководителей МКУ ТУ, что на этой неделе посмотрите по устранению старых дефектов и те подрядчики, которые у вас работают по площадкам, по детским, чтобы все эти дефекты устранили оперативно. При этом приемка площадок детских и дворов, металлических, все, что требуется, надо поднимать процент, сдавайте сейчас оперативно, заявки делайте и сдавайте с ГУСТом эти территории. Также в ходе ВКС Андрей Воробьев отметил, что большинство школ, в которых сейчас идет капитальный ремонт, откроют к 1 сентября. Екатерина Фролова, Сергей Григорьев и Андрей Минкин для программы «Городские вести».